Здравствуйте, друзья! В эфире свежий выпуск 3D News Daily, и сейчас мы расскажем вам обо всех анонсах, сделанных Google в ходе вчерашней пресс-конференции в Сан-Франциско. Открыли мероприятия Nexus 5X и Nexus 6P. Наследника пятерки по-прежнему производит LG, а вот 6P уплыл от Motorola к Huawei. Обе новинки поступят в продажу в октябре. Цены стартуют от 379 и 499 долларов. Из общих особенностей новинок стоит отметить разъем USB-C и новый сканер отпечатка пальца, перебравшийся на заднюю панель. Но обо всем по порядку. Nexus 5X оснащен чипом Snapdragon 808, 2 ГБ АЗУ и аккумулятором емкостью 2700 мАч. Его лицевую панель украшает экран с диагональю 5,2 дюйма и разрешением 1080p, покрытый стеклом Gorilla Glass 3. Новая 12-мегапиксельная камера с системой лазерной фокусировки умеет писать видео в разрешении 4К и не чурается высокоскоростной съемки. Поддерживаются ролики с частотой 120 кадров в секунду, а 6P поднимает этот параметр до 240 кадров в секунду. А уж пикселей в матрице производства Sony больше, чем у iPhone 6S Plus, с гордостью сообщили со сцены. Nexus 6P получил совершенно новый дизайн. Все-таки звание самого премиального смартфона, как его величает сама Google, обязывает. Внутри полностью металлического корпуса трудится чип Snapdragon 810, 3 ГБ памяти и батарея емкостью 3450 мАч. Само собой, аппараты станут первыми в мире устройствами с предустановленной Android 6.0 Marshmallow. Новая система не удивляет резкой сменой визуального стиля, как это сделала Lollipop, но зато предлагает множество полезных функций. Новый режим энергосбережения для неподвижно лежащего смартфона, измененную систему управления правами приложений, кардинально поумневший Google Now и многое другое. Все это владельцы Nexus 5, 6, 7, 9 и Player смогут опробовать уже на следующей неделе, когда Zephyr будет доступна для загрузки. В комплекте с новыми Nexus 5X и Nexus 6P будет поставляться подписка на Google Play Music на 90 дней. Сам сервис вскоре предложит семейный тарифный план до 6 человек за 14 долларов в месяц, без ограничения по количеству устройств. При этом каждый меломан может рассчитывать на собственные рекомендации. Несколько минут уделили Google Photos. В этом году появится функция «Совместный альбом». Вы отправляете получателю ссылку на альбом, и он может добавлять туда новые фотографии. На этой неделе сервис позволит отмечать людей на снимках, а также научится работать с Chromecast. Кстати, о Chromecast. Компания показала его новую версию. Главное, что в ней будет другая антенна, надеемся, более быстрая и стабильная. А если вы хотите транслировать только музыку, то обратите внимание на Chromecast Audio, работающий с Google Play Music, Pandora и iHeartRadio. Каждый медиаплеер оценили в 35 долларов. И напоследок Google показала Pixel C — планшет с USB-C стоимостью в 499 долларов. На борту, как ни странно, не Chrome OS, а свежая Android 6.0. Оснащение весьма неплохое. Экран с диагональю 10,2 дюйма и разрешением 2560 на 1800 точек, быстрый процессор NVIDIA Tegra X1 и 3 ГБ оперативной памяти. Опциональная клавиатура стоимостью 149 долларов крепится на магнитных защелках и связывается с планшетом по Bluetooth, а заряжается индуктивно. Ее, как и сам планшет, можно будет приобрести в конце года. Больше новостей ищите на 3dnews.ru и не забудьте подписаться на наш канал. До встречи, друзья!